Доброе время, дамы и господа! Всем привет с Байкала, с вами ваш друг, президент Академии Андрей Шаура. Так как у нас сегодня тренинг, поэтому встреча сегодня у нас без галстука, потому что главный запуск бизнеса будет 11 ноября, и там будет белая рубашка и будет красный галстук. А сегодня мы с вами поработаем. Приготовьте ручки, ежедневники. Мне тут понравился очень... прикольный Алексей Климов, город Брянск, говорит, живые есть тут? Ребята, тут есть живые вообще? Я вижу, что есть разные страны мира. Болгария, Байкал. Круто! Кыргызстан, Азербайджан, Украина, Англия. Вот это да! Украина, Беларусь, Казахстан, Литва, Молдова. Румыния, Германия и другие страны мира. Алексей, вроде есть живые. Чечня я вижу здесь. Ага, нормально. Испания, Мария. Доброе время. Недавно был в Испании. Но я вообще люблю Испанию. Отлично. Значит, живых много. Перекличку сделали. Ручки приготовили, ежедневники приготовили. Значит, про меня говорить сегодня не будем. Мы будем говорить сегодня больше про вас. Но если кто еще вдруг не знает, либо вас не познакомили, вы в Ютубе потом посмотрите мою историю. Я родился в обычной советской семье. Мы жили в очень бедной семье, вчетвером в двухкомнатной хрущевке. Папа работал водителем. Значит, на КРАЗе в 2-3 смены. Бабушка работала на скорой помощи, спасала жизни детей, кандидат медицинских наук, 2 красных диплома. Мама работала на заводе инженером. Вот. И меня родители отправили в спорт, в шахматы. Там получил именно привычку побеждать. И за это время... много достиг высот, разные победы, разные кубки. Сейчас об этом рассказывать не буду сильно. Нет, наверное, смысла. В общем, тренировал команду, которая была олимпийскими чемпионами мира. Сам был чемпионом мира по нескольким видам направления. Более 10 видов спорта мне лично знакомы. Также компьютерный спорт. В 17 лет я заработал свой первый миллион. Начал с компьютерных клубов. Сначала был один компьютерный клуб, начинали с 6 компьютеров, потом 3 клуба компьютерных, и потом было по 20-30 компьютеров в одном клубе. В общем, знаю, что такое бедность. В Москве спал в свое время на стульях в компьютерных клубах, за сутки кушал одну шаурму. В Санкт-Петербурге снимали, значит, коммуналку и жили там вдвоем, втроем. Был за это время уже более чем 50 стран мира, обучил более миллиона людей разным видам бизнеса и в том числе многим людям подсказал, как работать в соцсетях, работать на земле. Но это все прошлое, сейчас я об этом не хочу говорить, но сейчас я хочу поговорить о настоящем. То есть опыт очень большой, и я хотел бы помочь каждому из вас победить себя, победить свою лень, выйти на новый уровень жизни, погасить кредиты, правильно выбрать компанию, получить правильные знания и достигнуть больших высот. У меня сегодня доход в индустрии интернет-бизнеса, сетевого бизнеса несколько миллионов долларов за все время. Также являюсь сертифицированным тренером от Брайана Трейси. Модераторы, пожалуйста, помогайте. Вот кто не видит, пусть поставят. Либо F5 нажмут, перезайдут. Либо вот здесь выберут качество 160. У кого связь плохая, Мадина, выберите вот здесь 160, у вас... качество будет хуже, и вы будете слушать лучше. Если вдруг нет видео или звука, это у вас проблемы
Некачественный интернет надо будет улучшить для будущего. Вот так. В общем, ребята, вас очень много, я один. Хочу, чтобы было у вас понимание и терпение. И сейчас мы начнем с вас. Про себя я коротко рассказал, что, в принципе, Елена, если у вас эхо, у вас две комнаты открыто. Закройте одну вот здесь комнату вверху. У кого эхо, две комнаты у вас открыто, закройте одну комнату вот здесь. Про себя рассказал, теперь давайте про вас. Друзья, кто из вас работает на обычной работе, цифру 1 поставьте. Кто из вас занимается классическим бизнесом, цифру 2. Кто зарабатывает или подрабатывает в сетевом бизнесе, цифру 3. Чтобы было понятно, какая у нас аудитория. Нормально. Отлично. Всех вас рад видеть, друзья. Много старых друзей, знакомых. В общем, я буду говорить простыми словами. Вам будет все понятно. Значит, друзья, поехали. Вот на сегодняшний день я являюсь сертифицированным тренером от Брайана Трейси. Многие из вас, наверное, знают, кто такой Брайан Трейси. У нас с ним есть общие тренинги по развитию личности, по продажам, по успеху. Мы с ним помогаем разным компаниям развиваться, запускать правильно бизнес, обучаем персонал. И сейчас я буду некоторые технологии вам применять именно из наших тренингов и также из нашего опыта. Неудачно, да, пока, Алексей? Вот смотрите, Алексей говорит, да, я, говорит, подрабатываю в сетевом бизнесе, но пока неудачно. А ничего страшного в этом нет, потому что вы уже получили определенный опыт. То есть плохо, вы уже знаете, что такое. Вот если у вас есть неудачный интернет-бизнес, либо сетевой бизнес, я вас поздравляю с этим, потому что вы, друзья, в данном случае знаете, что такое плохо. Правильно? И вам уже неохота возвращаться к этому опыту, и, естественно, вам охота прийти к новому результату и делать совершенно другие действия, верно? Ну вот, поэтому, если вдруг у кого-то из вас какие-то трудности, ничего страшного. Мы их поправим. Мы их поправим, главное терпение. Так, все настроили все. Мне главное, чтобы было видно, слышно. Если вдруг у кого-то что-то не так, выйдите, зайдите, нажмите F5. Модераторы, пожалуйста, помогайте. Также старайтесь соблюдать в чате тишину, для того, чтобы не грузить трафик. Потому что у некоторых людей, как я понял, интернет плохой. То есть давайте только по делу, хорошо? Если вдруг у кого-то что-то не работает, пишите в чат, модераторы помогают. А теперь чат я чищу и начинаем с вами трудиться. В общем, смотрите, у нас сегодня тренинг. Он называется «Рандеву сетевиков» или «Как правильно выбрать компанию для того, чтобы начать зарабатывать». Мы с вами все из разных ниш. Кто-то пенсионер, кто-то бизнесмен, кто-то сетевик. Жизнь, она такая, что от выбора вашего пути зависит уровень вашей жизни. Ну, то есть, если вы пошли не на тот завод, выбрали не ту работу, не ту профессию, то, естественно, не ждите, что в будущем у вас будет шикарный новый дом. Не ждите, что у вас будет шикарный новый дом. Не ждите, что у вас будет постоянное солнце в разных странах мира. Что у вас будет очень много денег на банковских счетах. Потому что от выбора команды, от выбора компании, от выбора вашего образа жизни зависит многое. И вот если вы хотите, чтобы у вас была улыбка в жизни, то вам в первую очередь нужно начать с себя. Если вы смотрели мой экран, то у меня на экране есть слайд. И в этом слайде мозг. Так вот, есть такое выражение, как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. То есть наш успех начинается с нашего мозга, от наших мыслей.
Это есть в Библии, в Коране, это есть в разной религии. Я не буду повторяться. Мысль заключается в том, что наши мысли, они заставляют нас выбирать, какой завод мы выберем, какую жену мы выберем, какую компанию мы выберем. С этим все согласны, друзья? Что мы же выбираем завод, жену, мужа, бизнес, какую-то профессию, спорт, хобби. То есть от своего мозга, от своих мыслей. Ведь там что-то происходит, и вот эти вот мысли нас направляют. Так вот, нужно начать в первую очередь, если вы хотите достичь каких-то результатов, с правильного понимания, на чем строится успех. Но чтоб успех пришел к нам, у нас есть определенные препятствия. Вот у нас есть соседи, родственники, знакомые. Чем чаще мы общаемся с теми людьми, кто не выше нас по образованию, по уровню, по доходам, тем больше мы деградируем. То есть, если мы ходим на какие-то спортивные секции, там сидим на лавочке с друзьями, пьем пиво, то есть, если наш круг, он не успешен в плане той жизни, которой вы хотите жить, то нужно срочно поменять окружение. Ну, потому что если вы не меняете окружение, не меняется ваша жизнь. Это как пример на банке. Вот есть банка, в ней есть рассол соленый. Если туда закладывать огурцы, то они будут все солеными. Так вот, где найти такую банку человеку, куда человека окунешь, и он оттуда выходит миллионером, красивым, здоровым, успешным, счастливым? Как вы думаете, вот такая банка была бы сказкой? Банки такой нет, есть институты, где собираются успешные люди, бизнесмены, эксперты в области здоровья, то есть миллионеры, спортивные люди, развитые люди. То есть это не называется банка, это называется коллектив единомышленников, но люди, которые друг друга развивают и дополняют. Так вот, если мы начинаем смотреть с вами телевизор, мы читаем фантастику, мы читаем романы, мы не ходим в спортзал, мы не развиваемся, значит, наша жизнь не меняется. К нам не приходят деньги, к нам не приходит здоровье, к нам не приходит успех. С нами не общаются миллионеры, потому что мы не интересны успешным людям. То есть, если мы не начинаем с самого себя, то есть не улучшаем свой вид внешний, внутренний, не улучшаем свои мысли, неправильно общаемся с людьми, не уважаем людей, если мы материмся там, бухаем там, если мы не зарабатываем, если мы постоянно время проводим в телевизоре, в интернете, то, естественно, мы не интересны как люди, тем людям, которые успешны. Так вот, нужно, есть секрет, при выборе компании нужно выбирать команду. Вот понимаете, смотрите, заводов и компаний много. Вот одна компания, вот вторая компания, вот третья компания, вот один завод, вот четвертый завод, вот пятый завод. Так вот, при выборе бизнеса, запомните, никогда не выбирают компанию. То есть никогда не выбирают компанию, потому что ваш успех зависит не от компании, ваш успех зависит от команды, кто находится внутри команды, какого уровня это эксперты, понимаете? Какого уровня это эксперты? То есть это профессионалы сетевого бизнеса, это профессионалы в области обучения. Это люди используют последние технологии в области прорыва. И вот при выборе компании нужно трудиться и сотрудничать с людьми вот такого уровня. Вот что вы скажете по этой фотографии? Вот первое впечатление, друзья, какое? Посмотрите, уверенный человек, надежный человек, стабильный человек, очень добрый и позитивный. Богатый, доходы более миллиона долларов.
Красивый. Успешный, да, Михаил пишет. То есть этот человек, видно, что прожил определенный этап в жизни и уже чего-то достиг, да? Уже чего-то достиг. Смотрите, у него обучаются, у него берут интервью. То есть, понимаете? То есть он собирает залы. Он собирает залы. То есть это человек, который обучает, видите, какое большое количество людей. То есть при выборе вот таких, что он? Семьянин. Он любит семью, детей. То есть, понимаете, вот если вы хотите, например, сегодня жить другой жизнью, вы должны посмотреть на людей, которые этим занимаются. Хорошо, чем, друзья, вот давайте так, вот там пишите вы разные моменты в чате. Вот я вам вопрос задам. Какой хотите жизнью жить вы? Напишите, пожалуйста, какие ценности у вас в жизни. Ну, что вас устраивает? Что вас устраивает? Что такое Антуан шикарный? Вот какой вы жизнью хотите жить, друзья? Жизнью проститутки кто не хочет жить? Так, вот, мир, здоровье, стабильный доход, перечисляйте. Кто для вас ценности? Семья есть? Семья есть для вас ценность? А, вот Наталья, жизнь без долгов. Очень хорошее желание. Камри 3,5. Машина. Свобода, путешествия, гармония. Жить в достатке. Здоровье родителей. Очень хорошие мысли. Очень хорошие, друзья, мысли в плане здоровья. Жить в мире, семейное спокойствие и так далее. Хорошо. Останавливаю чат. Также вижу пессимистов. Вот тут. Короче, лохотрон развели под видом маркетинга. Видите? То есть мы еще до маркетинга не дошли. Мы еще даже не начали кино, а уже развели. Михаил, не в обиду, мысли. Начинаются правильные мысли, правильное отношение к жизни. Если вас уже развели, то идите смотрите телевизор. Понятно, нет мысль. То есть, если уже развели, а еще даже кино не началось, то уже надо идти смотреть телевизор, бухать и так далее. Вот. То есть, друзья, вот вы сейчас перечислили про маркетинг мы сегодня поговорим. Про маркетинг мы сегодня поговорим, но это не важно. Кто не хочет знать о продукте? Кто хочет знать о продукте? Кто хочет знать о маркетинге? Вот, ребята, как ни странно, вот это в бизнесе не работает. Вот маркетинг, продукт, это все самое последнее в бизнесе. А теперь скажите, с чего начинается бизнес? На чем строится бизнес? Напишите, пожалуйста. Мы про маркетинг проговорим, про доходы поговорим, про продукт поговорим. С чего начинается бизнес? Естественно, здесь вы можете... Ценности, а какие ценности? Отношения. Молодец, Иван Руссо. Отношения. Бизнес начинается с отношений. То есть отношения к чему? С доверия, с отношений. То есть должны быть отношения. Отношения между людьми. Правильно? Так вот, если отношений нет, то нет команды. Если отношений нет, нет бизнеса. Это знают лидеры, которые заработали миллионы. Привычки бедных людей заключаются в том, что у них мысли бедных людей. И, конечно, у них... Нет больших достижений, друзья. То есть у них нет больших достижений, потому что у них бизнес
И у них жизнь основана на других моментах. Я просто хочу вам помочь. Я совершенно не боюсь сегодня, если кто-то уйдет с этого портала. Знаете почему? Потому что если мы с вами запускаем самый лучший бизнес, самую лучшую идею 11 ноября 2016 года, то нам не нужны проходимцы. Кто за, друзья? Кто за? Нам не нужны проходимцы, нам не нужны проститутки, нам не нужны люди одного дня. Кто согласен? Пусть они идут далее. То есть мысль заключается вот в этом. Кого что-то не устраивает, тот проходит мимо. Потому что мы создаем фундамент на будущее. И нам с этими людьми встречаться, нам с этими людьми путешествовать, нам с этими людьми что делать? Награждение, правильно делать? Нам с этими людьми делить один слог, один стол. Нам с этими людьми, понимаете, побеждать. Нам с этими людьми идти в гору. В горы. Вот идет о чем мысль. Идем с вами дальше, друзья. Теперь смотрите. У нас с вами состоится запуск уникального бизнеса. Мы для вас это готовили 3 года. То есть мы 3 года для вас это готовили. В этой индустрии сегодня собраны лучшие лидеры этого направления. Как российского бизнеса, так и в СНГ, так и в Европе, так и в мире. Это люди, которые сегодня достигли многого в жизни. И эти люди нацелены на победу. На победу. И сегодня они нам предлагают вместе зайти на пьедестал. То есть предлагается самый, понимаете, лучший автобонус в мире за всю историю. И вот каждый из вас, кто готов поменять себя, получит машину, получит хорошие заработки. Цели очень просты. Цели очень просты. Ноябрь-декабрь выйти на доход более 100 тысяч рублей минимум. У нас будут специальные тренинги, специальные презентации. В 2017 году получить каждому машину и выйти на доход в месяц от 500 тысяч рублей минимум до нескольких миллионов. Также помочь другим людям выйти на доход сотни тысяч рублей. Кому нравятся, друзья, именно вот такие цели и планы? У нас есть с вами расписание. Презентация, первая презентация состоится 11 ноября. 11 ноября запишите. В 19:30 Москвы. То есть в 19:30 Москвы будет первая большая презентация, официальный запуск и новый сайт и новые возможности. 12 ноября будет специальный тренинг в 12:00 Москвы, как правильно начать бизнес. То есть вот там не будет воды. Вот понимаете? Вот там не будет воды, потому что там будет бизнес-план и там будет тренинг, как начать бизнес. Также 12 ноября, еще смотрите, 12 ноября, также будет презентация в 19:30 Москвы. Итак, на этой неделе будет 2 больших презентации. 11 и 12 ноября в 19:30 Москвы. В 12 ноября в 12:00 Москвы тренинг, как правильно стартовать. Завтра будет среда, 9 ноября в 19:00 Москвы будет тренинг, как работать в команде и как работать в соцсетях и на земле. Итак, смотрите, у нас есть четкий план, где нет воды. Это завтра тренинг, как работать в соцсетях, как работать в команде и на земле. Это 2 презентации 11 и 12 ноября
в 19:30 Москвы. В принципе, 13 ноября можно тоже сделать презентацию. Кто за? Сейчас, Татьяна, все расскажу. Кто за, друзья, чтобы провести 3 презентации подряд? Пятница, суббота, воскресенье. Кто за? То есть презентация проводится для вас, для новых людей и для партнеров. Итак, смотрите, вот это четкий план. Я вам расскажу, как зайти, да, и в офис, и покажу, что делать. Даже сегодня это расскажу. Даже сегодня это расскажу, вот нормальный человек. Итак, смотрите, давайте берем ручку и записываем план. 9 ноября завтра тренинг, как правильно работать в соцсетях, как правильно работать в команде и как правильно работать на земле. То есть здесь не будет воды, здесь будет четко. Приглашаете так, заметки делайте так, в интернете работаете так, на земле работаете вот так. 11, 12, 13 ноября 3 презентации в 19:30 Москвы. И тренинг 12 ноября в 12:00 Москвы именно как правильно стартовать в бизнесе в новом. То есть смотрите, подвожу итог. Завтра обучение, работа в команде, в интернете и на земле. 11, 12, 13 ноября 3 презентации в 19:30 Москвы. И 12 ноября в 12:00 Москвы тренинг «Как стартовать?». Да, завтра в 9 ноября будет тренинг в 19:00. Запись будет на портале. У кого есть академия, вы нажимаете «Архив». И у вас в архиве вот здесь будет тренинг. Также мы тренинг закинем вот сюда в YouTube. То есть если вдруг по какой-то причине вы не сможете прийти, то тренинг будет в записи в YouTube и в Академии. То есть, чтобы вы получили знания, которые вам необходимы. По расписанию я вам сказал. Теперь давайте поговорим про наш бизнес, хорошо? Вот он именно Татьяна и будет 12 ноября. Он как раз 11 ноября будет 19:30 Москвы презентация, а как раз новый сайт по Америке появится позже. И как раз 12 ноября будет тренинг на новом сайте. Теперь, друзья, по заработкам. Значит, мы создали для вас бизнес, который 3 года готовили. Этот бизнес получился не спонтанно. Здесь большой опыт. Мы ранее работали с Эриком и тестировали бизнес в Европе, в СНГ, в России 3 года. То есть мы 3 года подготавливали, смотрели, как реагируют на это люди. Мы смотрели способы доставки, выводы денег. Мы смотрели, как ведет себя в будущем, вот когда кризис начался, экономика, курсы валют. И сегодня мы создали совершенно безопасный бизнес. Совершенно безопасный бизнес. Этот бизнес российский и американский одновременно. Компания зарегистрирована в Америке. Но это проект, который создан, получается, российской командой и американской командой совместно. Ну, то есть это наш общий проект, который мы развивали долгие... То есть сначала мы его тестировали. Мы до этого запускали продукт старой технологии. Мы все это проверили, а сейчас мы уже знаем плюсы, минусы, знаем ошибки. То есть мы улучшили бизнес-план. Мы знаем, как сейчас организовать доставку, мы знаем, как выводить деньги, мы знаем, как создавать бизнес. Мы создали продукт, который доступен по цене для любого кошелька.
То есть это бизнес, который может вести человек в любой стране мира, в любом поселке. И сразу же 200 стран мира, запуск будет 11 ноября. Вот. В общем, я как понял, вас интересует производство Татьяна Америка. Вас интересует в данном случае сейчас бизнес-план немного. Интересует немного продукт. Я сейчас немного это все вам расскажу. Если вы готовы. То есть я вам накидал в данном случае расписание на неделю. Вы теперь знаете. А теперь давайте с вами поговорим о компании. Итак, президентом компании является мультимиллионер Эрик Капрарос, человек, который заработал много миллионов долларов в индустрии сетевого бизнеса. Этот человек очень успешен. Мы с ним 3 года, как я вам уже сказал ранее, подготавливали для вас вот этот этап. Вообще он начал свою жизнь с продажи пончиков. Он раньше продавал пончики в детстве. Сегодня его жизнь изменилась. Он собрал множество наград, вы видите, в сетевом бизнесе. И наш с ним запуск будет совместный 11 ноября. Сегодня наш бизнес набирает обороты. Посмотрите рейтинги. То есть, как вы видите, рейтинги зашкаливают. То есть просто невероятный взлет. За это время еще даже компания не запустилась. Осталось, вот вы видите, один день до запуска. И вот вы видите, вот здесь карта, где множество, видите, огоньков. То есть, где множество огоньков. И получается, что на сегодняшний день мы видим, что более 100, прямо вот сейчас более 118 стран находятся на сайте, 632 тысячи заходов, сайт посетило более 200 стран вообще мира, это разные страны, разные регионы. Хочу отметить, что Россия входит уже в пятерку, видите, по популярности. Также я видел здесь Кыргызстан, вот в топ-40, Украина уже вот я вижу в топ-20. В общем, бизнес набирает обороты, я показал вам статистику. Теперь немного, пока сайт тестовый, это не главный сайт, будет новый сайт. Теперь смотрите, за сутки, ну можно так за 1,5 суток сказать, за 1,5 суток посмотрите, сколько человек в данном случае. Сегодня мы подключили по всему миру команду «Успех вместе». Получается, что на сегодняшний день мы по всему миру с разных стран мира подключили за 1,5 дня, вот смотрите, 1943 человека. То есть вот такая вот динамика, 1943 человека мы подключили по всему миру. Это и американцы, и японцы. Эти люди будут в бинаре также зарегистрированы под вами. То есть получается, что наш бизнес это бинар. Что такое бинар? У вас две структуры. Ваш наставник, который вас пригласил, ставит вот сюда. Вам ставят вот сюда людей с разных стран мира. И вы развиваете свою одну ногу. То есть вы ставите вот сюда людей. И достаточно поставить в ногу наставника 2-3 человека всего. То есть минимум, чтобы один был активным. И всех остальных вы ставите в свою вот так структуру. То есть получается 50% за вас делает ваш лидер и команда. И 50% делаете вы труда. И вот сегодня у нас очень много людей, которые уже
начали это делать, у них уже структуры по 100 человек, по 200 человек, по 50 человек, хотя мы бизнес еще не начинали. Вот. Продукт. Вот тут спрашивали вы, а продукт безопасный? Денис спрашивает. Я его 3 года пью. То есть 3 года пью, у меня нет в данном случае живота. Вот я его 3 года пью, нет живота. Волосы не выпадают. Морщинки разглазили. Ну, то есть вот кожа как натягивается, то есть молодость. Наш продукт — это продукт wellness. И на сегодняшний день 3 года лично я пью этот продукт. Вот вы видите, даже при вас это спокойно делаю. По несколько капсул. Это как шоколад. Это как шоколад. То есть ешь шоколад, он доступен по цене любому человеку, молодеешь. Этот продукт заменяет множество старых технологий. Заменяет БАДы, витамины, заменяет разные минералы. То есть в чем фишка этого продукта? Вот мы этот продукт 3 года потребляем, но сегодня мы его улучшили. Раньше упаковка была 90 капсул. Раньше упаковка была 90 капсул. И сегодня новое название, оно будет, продукт продавать не надо. То есть здесь вы просто потребляете и получаете деньги. То есть новый продукт, друзья, это совершенно новая технология. Это одна капсула. То есть видите, у нас свое производство, чтобы вы понимали. И вот в этой одной капсуле сегодня выжимки, то есть технология позволяет вот в эту одну капсулу совместить других, вот чтобы вам было понятно, 20 банок. Я вам покажу пример на старом продукте, чтобы было понятно, как это работает. То есть это продукт, который продлевает жизнь. То есть это продукт, который продлевает жизнь. И он заменяет, смотрите, сразу же 20 других банок. Потому что здесь специальная технология. И новый продукт, он помимо этого кошерный, и новый продукт еще и халяль. То есть наш продукт сегодня получается кошерный, халяль, не Мадина, а Oriflame — это Oriflame. То есть это одно. А в данном случае, естественно, мы говорим о новых технологиях. То есть это продукт, который на сегодняшний день содержит совершенно другие технологии. То есть это кошерный продукт, это халяль. Также он заменяет 15-20 других видов продуктов, которые вы покупаете в аптеках, магазинах, покупаете в сетевых компаниях. И это продукт будущего. То есть это продукт будущего. Состав вы посмотрите на новом сайте. На новом сайте вы изучите полностью состав. И там вам будет все понятно. То есть за что вы получаете деньги? Вот смотрите. Вы просто кушаете продукт, который продлевает жизнь, омолаживает, профилактика разных болезней. То есть не лечит, а делает профилактику. У вас происходит улучшение иммунитета. То есть, что такое улучшение иммунитета? Смотрите. Вот человек за 5 месяцев похудел на 19 килограмм. Это не продукт для похудания. Заметьте. За 7 месяцев на 20,5 килограмм. И за 9 месяцев на 28 килограмм. То, чтобы вам было понятно, это продукт, который на сегодняшний день заменяет множество, понимаете, возможностей. Это продукт действительно будущего, как будто его нам инопланетяне отправили. И вот смотрите, в чем бизнес, смысл бизнеса. Вам не надо продавать. Вам не надо вкладывать деньги. То есть вы просто потребляете продукт, который на сегодняшний день улучшает вашу жизнь. Если вы дрыщ, то он улучшает иммунитет, пищеварение, и у вас нормализуется, получается, нормальный вес будет.
Ну, если вы такой вопрос задаете. И что получается? Вы не работаете на аптеку, вы не работаете на врачей, вы продлеваете свою жизнь. У вас не болеют дети, у вас живут родители дольше. Вам не надо ничего бегать продавать. Вот смысл этого бизнеса заключается очень просто. Смотрите, вы потребляете продукт, у вас две структуры. И вот это вы. Вы позвали вот сюда, допустим, три человека и сюда одного человека. Вот этот позвал, например, вот сюда, тоже четыре человека. И вот эти трое тоже позвали по четыре человека. То есть что получается? Вы один раз человек. Вы позвали четверых человек два, и те четверо, каждый по четыре. И стало здесь 16. И вот смотрите, вы помогли людям, во-первых, жить лучше. Правильно? Дольше. Люди не ходят в аптеку, люди не тратят деньги на кучу там таблеток, БАДов, там, на всякие препараты для похудения. То есть их жизнь меняется. Ваша семья лучше живет. И вы получаете со второго месяца машину, автобонус. Скажите, это сложно, нет? Есть компания, которая вам также даст машину за то, что я рассказал. Есть такая компания? Наша компания даст. Продукты Лена, вы будете смеяться. Минимальная цена от $25 в месяц. Минимальная цена от $25. Это настолько смешно по сравнению с множественными. Вот множество препаратов сейчас есть. Я вам просто могу это доказать. Вот смотрите. Девчонка выставила фотографию. Видите? До и после. До и после. И теперь смотрите. Ей другая пишет. Здравствуйте. А сколько стоит продукт? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит продукт? Видите? Она пишет. На 25 дней стоит 12 790 рублей. Вы поняли разницу или нет? На 25 дней стоит 12 790. Здесь одна капсула в сутки. Одна капсула в сутки. 30 капсул в месяц. Цена продукта от $25, смотря сколько капсул берете. Понимаете? Получаете деньги за приглашенных 50%. И вот вы можете начать, если мы говорим про машину, например. Смотрите, друзья. Если мы сравниваем рынок, то наш рынок, он вне конкуренции. То есть, если мы сравниваем рынки, наш рынок вне конкуренции. Итак, смотрите. Вы позвали четверых человек. Раз, два, три, четыре. Они каждый позвали по четыре. У вас получилось. Вы один, четверо человек во второй линии и в третьей линии 16. То есть 20 человек в вашей структуре, которые вот таким образом покупают продукт, потребляют. Ваш товарооборот будет 125 тысяч рублей. И вам компания каждый месяц будет давать, помимо денег за построение сети, автобонус $500. То есть автобонус $500, что это значит? Вот если мы берем другие компании, то у них правила вот такие. От 4 до 18 месяцев каждый месяц нужно делать товарооборот
от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей, и вам на 4 или на 18 месяц дают автобонус от 200 долларов до 700 долларов, оформляют на вас кредит либо лизинг. Кредит либо лизинг. И вы 3 года выплачиваете кредит либо лизинг при условии, если ваш товарооборот каждый месяц от 1,5 миллиона до 3 миллионов. Кто со мной согласен, друзья, что это не так легко? То есть получается, смотрите, что происходит. Вот если вы хотите получить автобонус, получить машину, то в данном случае мы видим, что в других компаниях 4-18 месяцев. Правильно? Для примера берем справочник любой компании. Хорошая компания Amway. Смотрим условия. Автопрограмма. Сделайте, например, вот здесь рассказывается, там первый год 20 тысяч баллов. 20 тысяч баллов – это более 1,5 миллиона рублей. И вы получите автомобиль стоимостью 850 тысяч в кредит Hyundai Electra. Поняли мысль? То есть, вот я вам просто показываю, вы хотите зарабатывать деньги, выбирайте компанию правильно. То есть, выбирайте компанию правильно. И вы ходите на завод, к примеру, делаете там ряд действий и тратите на это 160 часов. И получаете от 10 тысяч, к примеру, до 50. И на это у вас затрачивается 160 часов. Эти же 160 часов вы затрачиваете в этот бизнес. И за эти же 160 часов вы получаете автомобиль, получаете 500 тысяч рублей. Что вы выбираете? Алексей, Amway это не пример, а что это? Какая компания пример, скажите? Берем справочник LR. Берем справочник Mary Kay, берем справочник Enel, берем справочник топлива DAR. То есть, если мы берем с вами любой справочник, то условия в данном случае везде примерно одинаковые. От 1,5 до 3 миллионов нужно делать товарооборот в месяц, и тогда вы получаете автобонус. Нет, я рассказываю в рублях, Виолетта. Я в рублях говорю. В общем, смотрите. Неважно, как называется компания. Смысл одинаковый. То есть в любой компании нужно трудиться и получать деньги. Правильно? Можно делать много труда, можно делать мало труда. Так вот, лучше за меньшие деньги, за меньшие действия получать максимальные деньги. Вот о чем я. Речь не идет сейчас о какой-то компании. Любая компания хорошая. Много хороших продуктов. Но чтобы вы получали доходы, вы выбираете, где будете трудиться. Правильно, Виолетта. Бизнес можно тут начать с 25 долларов. Совершенно верно. То есть у нас в данном случае нет вложений. Вам не надо вкладывать 500 долларов, 1000 долларов. Вы взяли для себя продукт, все, вы активированы. Вот в этом и фишка этого бизнеса. Не все люди умеют продавать, кто со мной согласен? Здесь не надо продавать. Но многие люди умеют рекомендовать. Рекомендовать хороший магазин, хороший продукт, хорошую систему. И продукт отправляем более 200 стран мира, да. Почему мы этот проект вам выбрали? Вот я являюсь президентом топлива DAR. Вот я являюсь топливом DAR президентом. И у нас
Понимаете, чтобы зарабатывать деньги в топливодар, нужно проделывать много труда. Нужно уметь продавать. Не все понимают, что такое техника. Не все понимают, что такое машина. С этим согласны? Правильно? И многие женщины думают, что такое топливо, как с этим работать. Но когда, понимаете, вам дают проект, где не надо продавать, где не надо вкладывать деньги, где не надо рисковать, где не надо никого обманывать, где это может повторить совершенно другой человек. Правильно? Нина, в данном случае нужно говорить об этом, чтобы люди понимали. Примеры должны о чем-то основаны. То есть вот в чем смысл, друзья. Давайте сделаем еще один перерыв. Вот смотрите, многие из вас сюда пришли. Многие из вас сюда пришли. И у вас у всех есть свой опыт. И каждый из вас, понимаете, хочет, чтобы было по-вашему. Давайте сделаем маленько по-другому. Давайте отойдем от старого опыта и узнаем о новом опыте. То есть давайте мы не будем с вами там в дебри залазить. Так будет гораздо проще. И начнем немного с вами сначала. Хорошо, что несколько людей отсеялось. Вот кто отсеялся, тот отсеялся. А теперь просто давайте внимательно послушайте. То есть вам не надо здесь соревноваться. Вам не надо здесь какие-то утверждения делать. Вам не надо здесь бодаться. Не надо здесь биться головой там и что-то утверждать. Давайте просто проведем с вами хорошо время. И сделаем просто обычный анализ. Хорошо? В долларах объяснять. Хорошо, давайте в долларах объяснять. Смотрите, друзья, все. Сейчас просто помолчите в чате и больше ничего не пишите. Или я его даже закрою. Вот делаем вот так. Я очистил чат и сейчас вам объясню. Много хороших компаний, много хороших продуктов, много хороших идей, много хорошей работы. Можно работать на заводе, но там есть оклад, есть определенная ответственность, есть пенсия, есть определенный доход. Есть разные виды бизнеса, где надо делать определенный ряд действий, чтобы получить машину, чтобы получить деньги. Дальше. В некоторых бизнесах нужно уметь продавать. Не все люди умеют продавать. В некоторых бизнесах нужно вкладывать деньги. Не все умеют вкладывать деньги, потому что нет денег у людей. Не все люди умеют приглашать. Так вот, мы эту проблему решили чем? У нас проект, где не надо вкладывать деньги. Я считаю, что это плюс. Потому что не у всех есть деньги, а кто-то хочет зарабатывать. Я считаю, это большой плюс. Значит, открывается возможность для инвалидов, для пенсионеров, для бизнесменов. Дальше, у нас проект, где не надо продавать. Не все умеют продавать какие-то продукты. Это может быть телефон, это может быть там любой продукт, не буду тоже называть. Шоколад одной фирмы, парфюм другой фирмы. Не все любят продавать, не все умеют продавать. Мы создали бизнес, где не надо вкладывать денег, где не надо продавать. Не все умеют приглашать. Но мы создали бизнес, где, если не умеешь приглашать, просто делись впечатлениями. Потребляй продукт, люди на тебя посмотрели и спрашивают, где ты взял, тоже хочу попробовать. Все умеют делиться, шашлык покушал вкусно и поделился эмоциями. Кто-то в команде получил машину, автобонус, и об этом вы рассказали другим. Представляешь, у нас человек получил машину в подарок, и это в 10, в 20 раз легче, чем в другом виде бизнеса. А так бывает? Да, бывает, смотри, вот так-то, так-то, так-то. То есть вот смысл, философия заключается в том, что мы создали простоту для людей. Мы не говорим, что другие проекты плохие, мы не говорим, что другие команды плохие, мы не говорим, что другой продукт плохой. Мы говорим о том просто, что с нами можно сотрудничать, можно зарабатывать, и мы создали
самый на сегодняшний день лучший продукт в этой индустрии, то есть в этой индустрии лучший продукт, мы создали лучший бизнес-план в этой индустрии, простоту для людей, мы создали бизнес из дома в любой стране мира, 200 стран, и доставку более 200 стран. И мы создали единый запуск 11 ноября. То есть мы создали то, что, в принципе, возможно, кто-то ранее не делал, а может быть, кто-то делал. Но мы создали это в своем направлении. И нам это нравится. Это проверено временем. У нас свое производство. У нас, получается, своя технология. У нас своя команда. У нас свои наставники. У нас своя академия. Мы обучаем. Кто не умеет продавать, мы учим продавать. Кто не умеет приглашать, мы учим приглашать. Кто не умеет потреблять, мы учим потреблять. Мы говорим, берешь капсулу, запиваешь водой. Молодеешь. То есть фишка в том, что у нас простота. То есть можно повторить то же самое любому человеку. Вот. И у нас можно зарабатывать. И есть разные способы дохода. И давайте с вами сейчас просто коротко поговорим, потому что основная информация о доходах будет 11 ноября. И как зарегистрироваться, я тоже сегодня расскажу. И смотрите, что получается. Есть компания, которая только начинает свое развитие. Раз. Эта компания сегодня популярна. Я вот вам даю статистику, да. То есть она еще не стартовала, но популярность, вы видите, зашкаливает. Два. Вот вы видите разные страны мира. Итак, первое. Рейтинги по популярности зашкаливают. Второе. Глобальность бизнеса зашкаливает. Простой бизнес-план, простой продукт. Вы сегодня здесь первый. Вот вы видите популярность. Один старт, один день для старта. Мы для вас подготовили презентации, тренинги. Если вы хотите, мы вас научим, проведем, и вы будете здесь зарабатывать. Если не хотите, ничего страшного, мы найдем других людей и с ними заработаем. Но мы хотели бы вместе с вами здесь достигнуть высот. Мы хотели бы вместе с вами помочь другим людям зарабатывать деньги, пользоваться качественным продуктом. Мы ценим ваш выбор, что вы сегодня пришли к нам, решили в этом разобраться. И мы готовы вместе с вами пройти по этому пути. Презентацию и тренинги я повторять не буду. Вот он план. И вы видите, что с 9 ноября для вас проходят презентации и тренинги. И мы будем людей учить бизнес-плану, мы будем людей учить презентациям, тренингам. Мы будем объяснять, как все настроить, оптимизировать. Раз. Теперь следующий момент. По бизнес-плану. Вы хотите все и сразу, да? Вот так не бывает. Вы хотите знать все о продукте, вы хотите знать все о бизнес-плане. В первую очередь нужно знать, как это делать. Итак, по продукту. Одна вот такая капсула потребляется один раз в сутки, заменяет сразу же более 15 разных видов банок, препаратов, витамин. Это лучшая технология, продукт кошерный и халяль. И следующий момент в том, что у нас есть бизнес-план, который платит деньги за рекомендацию этого продукта и платит деньги за потребление этого продукта. Бизнес-план очень простой. Есть продукт на $25, есть продукт на $50, и есть продукт на $90. Все. Здесь на 70 дней продукта, здесь на 30 дней продукта, и здесь на 10 дней продукта. Любой пакет вам активирует офис. То есть любой пакет вам активирует офис. Первые деньги, которые вы получаете, 50% за приглашенных. Вы пригласили 100 человек. Они купили на $5000, к примеру, вы сразу же получили 2500 долларов. Много таких компаний, кто столько дает? Мало. То есть первый ваш доход
за первую покупку любого человека 50%. Вот это, друзья, понятно? То есть первый ваш доход заключается в том, что за любую покупку вы получаете 50%. Вот 100 человек пришло от вас, они купили продукт для себя, не, даже не для бизнеса. Неважно, клиент это или бизнесмен, он просто купил. Он потребляет, и вы получили за первый же, за первую покупку 50%. То есть купили они на 5 тысяч долларов и получили 2,5 тысячи долларов. Купили они на 10 тысяч долларов, вы получили 5 тысяч долларов. Все очень просто. Это первый вид дохода. Второй доход это 20% от дохода ваших приглашенных. Вот вы позвали, например, 100 человек. Они зарабатывают, например, 100 тысяч долларов. Я к примеру говорю, и вы 20% получаете от их дохода. То есть от дохода первой линии 20%, это вам, к примеру, от 100 тысяч долларов, 20 тысяч долларов каждый месяц от их дохода. Это понятно, да? Третий вид дохода. Третий вид дохода. У вас бинар. Вы получаете за бинар 20% за самую слабую ногу от любого объема. То есть, что это понятно, что это получается? Вот вам наставник вот сюда сделал товарооборот. Неважно какой. Это может быть 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Пусть это будет 1 миллион баксов, неважно. И вы сделали вот здесь своей структурой по бинару, то есть вы сюда приглашаете любую сумму. Это может быть 100 тысяч долларов. И вот вы сделали 100 тысяч долларов командой, не один. И вам компания по третьему виду дохода еще 20%, то есть еще 20 тысяч долларов ежемесячно по бинару, понятно или нет? То есть от минимального бинара вам на сегодняшний день сразу же идут доходы. Следующий доход какой? Это автобонус. То есть это автобонус, он будет вам, значит, со второй покупки. То есть вот вы видите доходы, да? Это автобонус. И еще есть помимо автобонуса лидерские бонусы. То есть если вы выполнили, вот четвертый доход давайте разберем. Если вы выполнили уровень, то вам дается 10% со второй линии, 10% с третьей линии, 10% с четвертой линии. То есть за то, что вы стали еще лидером этой компании, вы получаете не только 20% от первой линии, вы еще получаете 10% от второй, 10% от третьей, 10% от четвертой линии от дохода. Пятый доход, я говорю о главных доходах, это 2% от мирового товарооборота компании. То есть вы выполнили ранг, и вы получаете 2% от мирового товарооборота компании. То есть пятый доход, 2% от мирового товарооборота компании. Что это значит? Компания сделала товарооборот 10 миллионов долларов. И появилось, например, 10 человек, которые выполнили ранг бриллианта. И вам 2% от 10 миллионов будет выдано на 10 человек. Дальше. Автобонус. То есть, есть еще у нас здесь бонус за клиента и есть бонус за переливы. Вот вы видите бонус за перелив. То есть, если вы даже не приглашали человека, вот вы, и вот сюда под вас поставили человека. Так вот, за первую покупку человека, который будет под вами первый, вам дают 10% от покупки. Вот смотрите, вы встали вот сюда в бинар, вы никого еще не позвали, а вот здесь ваш наставник. Он поставил вам вот сюда человека, и вам 10% сразу же от первой покупки человека, которого поставили под вас. То есть вы еще не пригласили, но вы уже, например, 9 долларов от 90 баксов получили. Ну, к примеру, там. 10%, по-моему, от 75 баллов, это 7,5 баксов. То есть вы 7,5 баксов получили, хотя вы еще никого не пригласили, но наставник пригласил под вас. И самое главное, автобонус. Что это значит?
Вот странные ребята вы. Один спрашивает бизнес-план, другой спрашивает платежные системы, третий спрашивает вывод денег, четвертый спрашивает автобонус, пятый спрашивает продукт. Вы поймите, я не могу вам рассказать, если вы не будете слушать. Вы просто, пожалуйста, не задавайте вопросы, а послушайте внимательно. И следующий момент какой получается? Смотрите. Следующий момент это в данном случае автобонус. То есть вот это упор. Смотрите, вот это вы позвали, например, три человека лево, одного человека вправо. Они позвали каждый по 4 человека. По 4 человека. Со второго месяца они делают автошип на $90. На $90. Ваш групповой товарооборот 1800 баксов. И вы, начиная со второго месяца, получаете автобонус $500. Ни одна компания в мире вам не дает такие деньги за автобонус, потому что только что я вам рассказывал о том, как получаются автобонусы в других компаниях. И в других компаниях нужно сделать товарооборот в долларах. Вы меня попросили в долларах, да? В других компаниях нужно делать товарооборот от 20 тысяч долларов до 40 тысяч долларов. И вам выплатят автобонус 200-700 баксов. И условия разных компаний от 4 до 18 месяцев. То есть первый вам автобонус выплатят либо на 4 месяц, либо на 18, либо на 12. Смотря это какая компания. И сумма будет от 200 до $700 за то, что вы сделали товарооборот от 20 тысяч баксов до 40 тысяч баксов. А здесь вам за второй месяц сразу же за 1800 баксов товарооборот не надо делать 4 месяца, не надо делать 18 месяцев. Сразу же выплачивают автобонус 500 баксов. Надеюсь, вот этот пример я хотя бы вам рассказал понятно. Кому понятно, друзья? Вот сейчас стало понятно. Вот я вам рассказал в баксах про автобонус, рассказал как в других компаниях и рассказал как у нас. Ну и вы выбирайте сами, какую компанию развивать. То есть вы сами выбираете, какую компанию развивать, друзья. Я вас ни к чему не призываю. Я вас ни к чему не призываю. Вы сами после этой информации выбирайте, какую компанию будете развивать. Либо у нас $1800, вот я вам показал, и 500 баксов вам со второго месяца. Либо в других компаниях от 20 тысяч долларов до 40 тысяч долларов товарооборот. И через 4-18 месяцев вам компания будет давать от 200, не наша, от 200 до $700 автобонус. Все. Вот это краткий, повторные покупки идут в бинар, верно? То есть все ваши люди, которые делают повторные покупки, они идут в бинар. Ребята, про бизнес-план я вам рассказал коротко. Официальная презентация будет 11 ноября в 19:30 Москвы. Завтра будет тренинг в 19:00 Москвы по офису. Вот здесь у вас офис, кто зарегистрировался, вот по этой ссылке у вас офис. Это кто зарегистрировался? Кто не зарегистрировался, вам необходимо обратиться к тем людям, которые вас пригласили. Сертификаты Марина есть. Продукт кошерный и халяль. Вот. Так что, друзья, вот здесь вы заходите в офис, вводите свой логин и пароль.
Вот сюда нажимаете аккаунт, вот здесь нажимаете аккаунт. Смотрите, вот вы заходите в свой офис. К примеру, я вам покажу. Вот по этой ссылке вы заходите в офис, если вы зарегистрировались. Нажали логин. Дальше смотрите. Заходите в аккаунт. И вот здесь у вас есть выбор ноги. Можно вверху выбрать русский язык, кто русский выбирает. И вот здесь выбор ноги. И вы вот здесь выбираете, куда ставить людей, лево или право. Спросите вашего наставника, куда он вас поставил. Если вы хотите поставить людей вправо, вы выбираете право сохранить. Если вы хотите поставить людей влево, вы выбираете лево сохранить. И у вас на главной своей странице, вот здесь, есть ссылка. Вот, вот эту ссылку вы даете новому человеку на покупку продукта, либо чтобы он был бизнесменом. Но лучше человека пригласить на презентацию. Вот. Что я хочу сказать. После сегодняшней встречи я лично для себя сделал выводы. Всех обучать не собираюсь. Кто хочет серьезно заниматься бизнесом, для вас будет специальная комната, для вас будет специальный чат. Просто я вот не хочу терять свое время на людей, которые не уважают ни спикера, ни команду. То есть я хочу помогать людям, с которыми мы будем побеждать, с которыми будет комфортно. Я думаю, это правильно. То есть тратить свое время, делиться с ними роликами, делиться опытом, давать для них тренинги. И вот, друзья, вот для вас именно мы будем проводить вот такие классные тренинги, вот такие классные презентации. Будут специальные ролики, специальные подсказки, где мы это все будем разбирать. Вот. Естественно, за одну встречу я сегодня вам все не расскажу, но при выборе бизнеса сегодня многие разоряются, потому что выбирают неправильную команду, неправильную систему выбирают, неправильный продукт, и из-за этого у многих есть трудности там, где они находятся, в плане их жизни. Вот, у вас есть кнопка менеджер, у вас есть человек, который вам дал ссылку сюда, вот, и вы, пожалуйста, нажмите вот здесь кнопку менеджер, и здесь будет имя и фамилия человека, который вас пригласил. И вот все остальные вопросы, как получить ссылку, задайте, пожалуйста, этим людям, кнопка менеджер. Либо вам человек скинул ссылку, либо вам человек скинул ссылку на портал, вы с ним свяжитесь, он вам все подскажет. У нас есть в скайпе специальный чат. Кто хочет быть в специальном чате, попросите, чтобы вас туда добавили. У нас будет чат команды, раз, где можете быть вы все. Второй у нас будет чат людей, которые вы выполнили уровень. Третий у нас будет чат для людей, кто взял на 90. То есть у нас будут специальные чаты, разные тренинги. Также будет тренинг в декабре в Москве живой и, возможно, в Бишкеке, если хорошо потрудимся. В принципе, если есть еще вопросы, пожалуйста, задайте. А так я, в принципе, вас задерживать не хочу, потому что там Алексей уморился, бедненький. Доставка будет от 3 до 10 долларов. С Брянска там или откуда там Алексей бедный уморился. Видать, уже миллионер. Доставка будет от 3 до 10 долларов. Вот. То есть, если есть вопросы, задавайте, я на них коротко отвечу. В принципе, сегодня не надо знать все. Если вы хотите правильно делать бизнес, зайдите в чат в скайпе. Да, будут почтой посылать. Там есть в скайпе все, что необходимо для того, чтобы вы достигли успеха. Там рассказывается, какие ролики делать, какие статусы делать и так далее, и так далее, и так далее. У вас есть человек, лидер вашей группы, попросите с ним разговор.
вам подскажут это и так далее, и так далее. Аренда офиса, это у нас специальный робот есть. В какую сторону идти? Завтра тренинг 19:00 Москвы. Мы поговорим, как пользоваться роботом, мы поговорим, как работать в соцсетях, мы поговорим, как работать в команде. Деньги будут оплачивайте за продукт банковской картой, а деньги будут поступать вам на электронный кошелек, и с электронного кошелька и Wallet вы будете получать деньги на любую свою карту, либо на банковский счет. То есть вы заработали деньги, компания их положила на электронный кошелек. Вы вывели на свою карту, и деньги пришли на электронную, на вашу карту. Доставка в Англию без проблем. Валерий, у нас кнопка не будет убрана. У нас просто будет добавлена еще одна кнопка, либо, в общем, наши все виды бизнеса, которыми мы занимаемся, они у нас всегда будут. Просто кнопки мы маленько модернизируем. Доставка в Англию будет. Если менеджер не отвечает, пишите вышестоящему спонсору, лидеру. У нас сколько бизнесов? У каждого по-своему. У кого-то один, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то четыре. Ссылка на регистрацию в компании в новой, даже если вы продукт не заказали, сейчас работает. Вы можете приглашать людей. Презентация будет на русском языке позже в PDF. Сейчас есть английская. Правильный ответ, Виталий. У Абрамовича 23 бизнеса, а у Ричарда Брэнсона их еще больше. Так, еще какие вопросы? PDF на английском вам придет на электронную почту. То есть вот такой файл вам придет на электронную почту. Также попросите ваших людей, кто вас пригласил, скинуть вам файл PDF. Я также закачаю этот файл в PDF и скину его в чат. То есть вот такой файл PDF скину, скину определенные ролики и так далее, и так далее. Но сегодня я специально все не скидываю, потому что вы начнете всем все отправлять и бизнес испортите. Алексей Климов, а вот ссылка на рабочий сайт, обратитесь к человеку, который вас пригласил, он даст ссылку. А потому что неправильное построение бизнеса, когда людям вы все даете. Вот это самая большая ошибка. Хотите, я расскажу, как я делаю бизнес? Вот просто ради интереса. Кто хочет знать. И не вслепую, Виолетта. Хотите, я вам расскажу, как правильно делается бизнес? Потому что есть люди, которые делают правильно, а есть неправильно. Я просто вам покажу сравнение. Вот есть люди, они заходят в ВКонтакт, они заходят в Facebook, они заходят в Одноклассники. И они вот здесь рассказывают о продукте, о бизнес-плане, они рассказывают о выплатах. Человек все посмотрел и все знает, и дальше никуда не приходит. Потому что он уже все посмотрел, ему больше ничего не надо знать. То есть, когда вы рассказали человеку все, он говорит, а что я пойду на презентацию, а что я пойду на тренинг, я уже все знаю. Ошибка в том, что когда вы все рассказали, никакой интриги нет, никакого следующего хода нет. Он говорит, я это кино видел. Он говорит, я видел «Титаник», зачем я буду еще раз смотреть «Титаник»? Вот так хотя бы понятен смысл, что я сейчас сказал. Неправильно показывать бизнес полностью на показ, неправильно показывать сразу же продукт, потому что люди тогда все знают, и они не приходят. Теперь смотрите следующий момент. Вот, например, у меня нет названия компании, у меня нет названия продукта. Видите? У меня совершенно ничего нет. Но у меня есть, например, как правильно выбрать компанию.
У меня есть самое лучшее предложение автобонус в мире. То есть все засекречено, видите? Когда человек пишет мне ВКонтакт. Как? Видите, вот пишет человек. Где взять ссылочку, видите? Вот смотрите разница. Человек пишет, а где взять ссылку? То есть, когда в данном случае вы ничего не рассказали, у человека интересно. И он начинает у вас спрашивать. Вы с ним начинаете общаться в скайпе. Вы ему ничего не рассказываете. Вы ему просто говорите, что есть классная тема, там классные лидеры. Давайте я дам ссылку на предварительную регистрацию, потом добавлю в чат, и человек попадает, сейчас я вам объясню смысл, в рассол. И он начинает видеть таких же людей. Он видит, что здесь есть пенсионеры, он видит, что здесь есть монтеры. Он заходит, видит рейтинг. Он видит, что здесь люди зарабатывают деньги. И он видит, что разнорабочий заработал более 2000 долларов. Пенсионер, инженер на пенсии заработал более 200 тысяч. Снежана Лукарская, Болгария, пенсионер, заработала 67 лет, заработала более 300 тысяч рублей. Галина Воронова, пенсионер, 73 года, заработала более 300 тысяч рублей. Руслан Исупов за 45 дней заработал более 5 тысяч долларов. Мама двоих детей, Надежда Дручинин, заработала более 6,5 тысяч долларов. Герой Кыргызстана заработал более 9 тысяч баксов. Ольга Махмудова, пенсионер, 75 лет, заработала более 9 тысяч долларов. Тофик Ахмедов, пенсионер, заработал более 10 тысяч баксов. Иван Вов заработал более 50 тысяч долларов. Таль Шахар несколько десятков. Виктор Силин более 50 тысяч долларов. Ребята заработали по 200 тысяч долларов, по миллиону баксов. То есть смысл заключается в том, что когда вы ничего не рассказали, но направили людей туда, где есть подобные люди, то человек начинает себя, понимаете, сравнивать. А сможет ли он? А сможет ли он? И когда он смотрит на миллионера, он думает, не смогу. Когда он смотрит на пенсионера, о, смогу, я же тоже пенсионер. И вот это называется, нужно направлять людей туда, где подобные люди, тогда их это захватывает, они видят команду, они видят себе подобных, они начинают ходить на презентации, им это нравится, они добавляют людей в чат в скайпе, там идет движуха. И вот эта движуха, она как раз и дает мотивацию человеку, и он выходит на новый уровень. А когда все рассказал, человек не заходит, и он нас не видит. То есть, человек не заходит, он не видит себе подобных, он не видит доходы людей, он не видит, что другие люди пользуются продуктом. То есть у него информация складывается совершенно неправильная. Я лично делаю вот так. Делаю заметку. Вот вам, к примеру, заметка. Я делаю такую заметку. И вот здесь данные свои стеру. Вот что делаю я? По всем вопросам в личку. Вот я делаю вот так. И вот здесь по всем вопросам. Там идет мой скайп, там идет мой телефон. И что человек видит? Он ничего не понял. Он видит, что классно какой-то бизнес. Что-то намечается, что-то интересное. И он начинает писать. Он пишет контакт. Дай ссылку. Он пишет Facebook. Дай ссылку. Он пишет скайп. Дай ссылку. Я говорю, привет, дружище. Завтра будет презентация, послезавтра будет тренинг. Тема огонь. Там можно зарабатывать, там вот такие люди. Я не говорю ни про продукт, ни про бизнес, ни про бизнес-план не рассказываю. Я просто даю интригу. Говорю, вот ссылка на регистрацию. Занимай лучшую позицию. Тебя научат профессионалы. Добавляю его в чат. И там в чате идут рекомендации. Сделай такой статус. Поставь такое видео. Пригласи человека вот таким образом. Приходи завтра на тренинг. Приходи на презентацию. И человек, получается, попадает вот в эту банку, попадает вот в этот рассол. Друзья, поэтому мой доход в этой индустрии несколько миллионов долларов. А есть, кто сразу все рассказал, люди узнали о продукте, узнали о бизнесе, возможно, даже зарегистрировались, но дальше не пошли, потому что их в командном чате нет, у них командного духа нет, они не видят доходы людей, они не видят результаты по продукту, они не видят, что это просто, они не видят поздравления, и они не видят динамики. Хотите, я вам скайп включу?
Вот я включаю Skype, чтобы вам было понятно. И показываю, что происходит в чате. И понимаете, там поздравления, там добавляют людей, там идет движуха. И вот это мотивирует людей. Люди говорят, вау, у меня уже 100 человек, у меня уже 200. Вау, там классная презентация, классный тренинг. А вот такой ролик видел, а вот такой видел. И вот завтра будет тренинг, как правильно делать бизнес. И вот если вы хотите, ребята, чтобы вас научили, вас научат. А если вы хотите работать по старинке, вы можете работать по старинке. Но, к сожалению, доходность будет разная. Один человек будет в бизнесе зарабатывать $100, другой будет зарабатывать $500 по старинке. А кто будет использовать новые технологии, будет зарабатывать от $5000 до $50000. Выбирайте. Вот есть две стороны медали. Одна. Заработок $100-500 в месяц. Это старые схемы продвижения. Это все рассказать. И новые методы. От 5 до $50000. Грамотно продвигать в Инстаграме. Грамотно продвигать в соцсетях. Вот я включаю Skype. Смотрите, сейчас он загрузится. Теперь смотрите. Вот у меня есть Академия. Я купил робота, я его настроил. Вау! Наверное, вот эта цифра, да, уже поражает. Количество приглашенных 3410. Я никому из них о бизнесе не рассказал. Вот смотрите. Например, вот здесь сейчас находится Светлана с Англии. Светлана, ты меня слышишь с Англии? Она мне сегодня звонила, говорит, Андрей, расскажи про бизнес. Я ничего не рассказал. Я ей дал ссылку на регистрацию, она зарегистрировалась. Добавил в чат, сказал, приходи, и она пришла. Все. Таким образом, количество людей больше. Потом они проходят правильные презентации и правильные тренинги. И вот робот, он показывает, кнопка приглашенные. И вот здесь видно, смотрите, 8 число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 человек зарегистрировано. Я вижу, что Нурлан в прямом эфире. Я вижу, что Инок в прямом эфире. Я вижу, что Анна в прямом эфире. 7 числа. Алексей в прямом эфире. Елена в прямом эфире. Виталий в прямом эфире. Разница в построении бизнеса. То есть, в завершении нашей встречи, я сейчас ее уже вам завершаю, вот он чат. Видите? И в этом чате есть все рекомендации. Вот они, рекомендации. Как зарегистрировать, видите? Как сделать, какой статус сделать? На что сделать упор? Вот это правильно. Когда вы человеку говорите, что делать пошагово, и он по этим шагам идет. И вот в этом чате что происходит? Видите, новые ролики, их смотрят люди, они получают новую энергию. Они видят, что здесь вот один ролик человек записал, второй ролик, третий. Это все дополняет рост команды. Вот в чем секрет бизнеса. То есть и бизнес можно делать по-разному. Можно делать его на коленках, а можно делать его экскаватором. И вот видите, вот здесь идет движуха, люди пишут, общаются, и там, естественно, все по-другому получается. И вот в завершении, последнее, что я хочу вам сказать, как правильно роботом пользоваться. Вот я беру здесь и даю человеку тренинг. Я ему говорю, например, делай вот так. Я вот, смотрите, сейчас просто скопирую рекомендацию. Вот говорю, в кабинет заходим вот так. Меняем ноги вот так. Видите, там сразу идет тренинг. Сразу идет тренинг. Вот это делаем так, это вот так. Роботом пользуемся. Вот так. Можете приглашать по бесплатной ссылке. Можете по платной ссылке. Вот так настроить робота. Вот это есть шаги, правильные шаги. Когда человек идет по системе, и он достигает в команде больших результатов. У меня партнеры заработали состояние в разное время. И про тот бизнес, который я сейчас вам рассказываю, он вам принесет состояние. Потому что ранее, если вы не знаете, мы запускали бизнес, потом был кризис, и посмотрите, что происходило. У нас на портале было 1254 человека. У нас обычные люди зарабатывали деньги. Это люди,
Вот такие структуры строились, вот такие товарообороты. Мы полностью в мире лидировали. Вся таблица, посмотрите, это наша во всем мире. Первых 5 мест России, ну, наша команда. Из 10, вот вы видите, мест, 7 мест это наша команда в мире занимала. И вот, естественно, мы людей правильно обучали, они и зарабатывают состояние. Ранги росли, доходы росли. А сейчас будет в 10 раз быстрее. И мы знаем, как этому научить. Но, к сожалению, все приходят со своей колокольней. Посмотрите, какие рейтинги у нас. Вот так у нас все росло. Просто колоссально. Чеки будут безумные, доходы будут безумные. Но, к примеру, я вам просто могу показать. Вот вы пришли, да, к примеру, на обучение. Вот смотрите, ребята. Вот, чтобы было понятно. Вот один из моих чеков. 261 тысяча долларов. Как заработать такие деньги? Спросите, как, что делать? Не надо умничать. Я просто сегодня в шоке от встречи. 275 тысяч долларов. Вот, смотрите, 30 тысяч долларов. Ведь есть технологии, как можно зарабатывать. И нужно именно спрашивать. Никакой продукт. Там никакой бизнес-план. А нужно спрашивать, как сделать бизнес. Вот это важнее. Я сегодня хотел рассказать, как делать бизнес. Но вы спрашивали о другом. Вот, смотрите. Вот с этим продуктом, видите, один из 5 бонусов за месяц 15 тысяч долларов. Это деньги, друзья? Друзья, вот это деньги. То есть 15 тысяч долларов это один из доходов. Вот. Это вот в этом бизнесе мы со старым продуктом, да, а сейчас мы формулу улучшили. И вот такие деньги будут у вас. То есть вот такие деньги, друзья, будут у вас. Естественно, не сразу. Нужно учиться, нужно развиваться, нужно идти вперед и так далее, и так далее. А через полгода вы увидите чеки, свои чеки. Вы увидите совершенно другие результаты. Через полгода каждым из вас мы будем гордиться, кто будет в команде. Вот что мы будем делать. Завистники нам будут, естественно, завидовать. Правильно? Лариса, я говорю, 3 года пью этот продукт, а вы говорите, технологии неизвестные. Невнимательно слушайте. В общем, в завершении нашей встречи, последнее, что я хотел рассказать. Значит, есть сетевики разного типа. И есть лесорубы разного типа. Значит, собрались в лесу лесорубы. Один старенький и несколько молодых. И молодые, значит, лес заготавливают, стучат, стучат, стучат. А старый сетевик, опытный сетевик, тук-тук и тишина, тук-тук и тишина. А потом, когда лес сдают, заготовки идут. Ну вот, заготовки, когда сдают, молодые приходят, а у старого опытного сетевика, бизнесмена, всегда почему-то заготовок больше. Ну и молодежь стала интересоваться. Блин, вот у меня чек 100 долларов, 500 долларов, а вот у тебя все время 100 тысяч баксов, миллион, 500 тысяч долларов. Блин, как так? Ну почему разница? Вот мы вкалываем с утра до вечера. Вот мы пашем-пашем, стучим-стучим. Мы и ролики делаем, и о продукте выставляем, и о бизнес-плане выставляем. И мы вот пашем с утра до вечера, и мы вот так вот кучу людей переворачиваем. И, блин, у нас 100 долларов, 500 долларов, 1000 долларов. А ты вот тук-тук и тишина, тук-тук и тишина, бац, 100 тысяч долларов, бац, 10 тысяч долларов, бац, 500 тысяч долларов. Почему у тебя больше заготовок? А он так курит, дед, говорит, вы знаете, дети и ребята, я просто, говорит, перекур делаю, и, говорит, топор затачиваю. А когда, говорит, топор острый, то заготовки, говорит, быстрее заготавливаются. Вот такой интересной формулировкой мы завершаем наш сегодняшний тренинг. И, ребята, у нас есть классная система, у нас есть классная команда, вы замечательные люди. Я вам желаю этот бизнес не просрать.
Я желаю этот бизнес вам, понимаете, поднять. Воспользоваться вот этой возможностью и шансом. Погасить все кредиты. Выйти из этого замкнутого круга. Стать настоящим профессионалом бизнеса. Чтобы вами гордились ваши близкие, чтобы вами гордились ваши лидеры, наставники. Чтобы вы были примером, понимаете, мирового уровня. Я очень хочу, чтобы вы здесь изменили свою жизнь. Дай Бог, чтобы кто-то из вас, кто принят решение, потом показал нам свои результаты. Вы самые лучшие люди, я вас всех люблю. Я, конечно, не ангел, я бизнес-тренер. И, как вы понимаете, бизнес-тренер не имеет права быть ангелом. Его задача – говорить правду людям. И кому-то правда нравится, кому-то правда не нравится. Вам не надо меня любить. Понимаете? Вам нужно брать опыт и выполнять действия. Не нравлюсь я, для вас будут тренинги проводить Ларри Лэнг, голливудская звезда. Для вас будут тренинги проводить Эрик Капрарос. Для вас будут тренинги проводить Таль Шахар. Для вас будут тренинги проводить Виктор Силин. Для вас также будет проводить тренинги Надежда Дурчинина. Что вы должны понять? Мы пришли сюда, понимаете, не нравится. Мы пришли сюда заниматься бизнесом. Единственное, что я вам желаю, чтобы в ноябре и в декабре каждый из вас вышел на доход более 100 тысяч. Потому что в бизнес приходят зарабатывать. В бизнес приходят не наблюдать. В бизнес не приходят умничать. В бизнесе нужно зарабатывать. Если вы начнете зарабатывать, за вами пойдут ваши знакомые, родственники, окружение. Вот я вам желаю зарабатывать в бизнесе, а не тратить время. Всем любви, процветания. Завтра тренинг 19:00 Москвы. Как работать в команде, как работать в соцсетях. В пятницу 11 ноября 19:30 презентации запуск бизнеса. 12 ноября в субботу в 12:00 Москвы тренинг. Как правильно стартовать. И естественно, друзья, что мы должны еще понимать? Мы должны понимать, что в субботу и воскресенье будет презентация 19:30. Все, всем на связи, всем отличного вечера, успехов, трудитесь, действуйте и побеждайте.